На Магнитогорском металлургическом комбинате подвели итоги рационализаторской деятельности за 11 месяцев 2016 года. Суммарный подтвержденный экономический эффект от внедренных идей составил более 500 миллионов рублей. Авторское вознаграждение за использование РАЦ-предложений выплачено в сумме свыше 13 миллионов рублей. Это составляет 2,5% от суммы экономического эффекта. С начала текущего года экспертные комиссии структурных подразделений ОАО ММК рассмотрели больше 5500 идей. Из них 3210 идей одобрены к внедрению. Наибольшую активность проявили рационализаторы из подразделений главного прокатчика, у которых за 11 месяцев 2016 года 1334 оплаченных РАЦ-предложения с суммарным экономическим эффектом более 350 миллионов рублей. В подразделениях управления главного энергетика за отчетный период 491 оплаченное рационализаторское предложение. В подразделениях главного металлурга 198 РАЦ-предложений, сообщает Управление информации и общественных связей УАО ММК.